мира и добра присутствующим на данном предметном острове, всем моим телевизионным зрителям. В эфире 18-я передача телевизионного канала NEFS TV. И я, его ведущий, Всеслав Соло. Сегодняшняя передача весьма отличается от всех предыдущих. Она переломная. Где-то 2 года назад, в это время, я как раз бурно трудился над своим крайним романом «Император» или «По следам созерцателя». В общем-то, дело близилось уже за 2/3 написанного романа, да, было. Дело близилось к концу, к окончанию романа. И вдруг, в начале сентября, по-моему, где-то числа, может, 9-го, что ли, сентября или 7-го, сейчас точно не помню уже, роман вдруг весь случайно, ну, случайности не бывает, стерся. Ну, вот как-то вот вечером я после работы над романом решил сохранить его новое продолжение, новые главы. И сохраняя, вдруг у меня была открыта еще предыдущая версия романа, где вообще ничего было, не было исправленного и чуть-чуть написано было всего лишь. И я вдруг вот эту вот старую версию сохраняю поверх новой версии романа, над которой я уже 1,5 месяца работал. И все у меня копии романа были перезаписаны. Естественно, что я был в шоке. На следующий день, когда открыл роман для продолжения написания такового, но я не смог продолжать его писать, потому что он был стерт. И если бы я просто удалил файлы, то их можно было бы восстановить, это не проблема. А оказывается, когда ты записываешь поверх файла новую какую-то версию, то уже восстановить невозможно. Ну, может быть и можно, но это супер какие-то специалистов нужно вызывать. Я огорчился. Но набрался смелости, сил духа и начал писать роман заново. То есть по памяти начал вспоминать, как я его правил, где что было. Вот написано уже, и как я исправил это. Потом, как я начал писать дальше его. И я его за 70 дней написал заново. Весь роман практически написал за 70 дней заново. Самое-то интересное другое, что в предыдущей версии, которая была стерта, там не было ничего из того, что потом появится во второй версии романа. Случайностей не бывают, подчеркиваю еще раз я. Так вот, во второй версии романа вдруг появляется хозяин иллюзии, то есть дьявол. Вдруг появляется Христос, который беседует с главным героем Сергеем Истины. Вдруг появляется Всевышний, точнее его манифест, обращение к людям Земли. То есть удивительные пошли материалы. И оказывается, все правильно, что он был стерт, этот роман. Когда вот я его закончил, понял, что все было правильно. Но самое интересное, что этот роман до сих пор еще никуда не пускают. Вот. То есть перекрыли все возможные каналы для его приобретения. Не знаю, то ли люди не видят, то ли еще что-то. Но в любом случае все перекрыто. Роман практически не покупается. Никем почти не читается. То есть абсолютно остановлен. Естественно, остановлен, ну, не очень-то вежественными людьми на планете. Они как бы не совсем поняли, что в манифесте этого романа, в манифесте, спущенном от Всевышнего, где говорит сам Всевышний, сказано было, что да, они будут пытаться останавливать мои слова, чтобы до людей не дошли, но тогда они будут превращаться в ужасы, будут огромные проблемы, хоть всемирного масштаба, получается так. И они задумаются, то есть их начнут наказывать. Но ведь посмотрите, что сейчас
в мире-то творится. Ведь смотрите, тот же Майдан на Украине ровно через год после выхода романа появился, обозначился этот Майдан. То есть год роман как бы должны были приобретать, роман должны узнавать были, читать люди, но его не пустили. И тогда манифест начал действовать. Посмотрите, что сейчас в мире делается. Практически, еще, наверное, какие-то капли может быть, и может случиться вообще всемирная ядерная катастрофа, какие-то метеориты летят к планете, еще чего-то. То есть люди как с ума сошли все, ведь не понимают, что просто Земля погибнет. Это же Всевышний сказал. Всевышний. В этот раз придет не сын, а отец. Во плоти придет. О котором и говорил в своем первом приходе Христос. Придет другой, и его примете. То есть он говорил о себе, я пришел во имя его, и не приняли. Но придет другой во имя свое, и примете. А кто может прийти во имя свое? Только Отец Христа, Бог Всевышний. Во чье еще имя ему приходить? Только во свое. И кого же могут принять? Только Всевышнего. А Христос и не настаивал на том, что приняли. Он говорил, что я пришел подтвердить истину. Это главная была его задача, принести людям эту истину, чтобы задумались. Он преддверием был для прихода Отца. Но вот что интересно, что вот именно в этом году, то есть через 2 года, получается, после того, почти как вот был стерт роман и заново начал писаться, 22 августа, где-то в 1:00 ночи, ко мне спускается символ. Ко мне спускается символ от Всевышнего. Пентакль. Воля его. И название этому символу – судьба, карма. Пентакль кармы, судьбы от Бога, от Его воли. А теперь посмотрите на него крупным планом. Видите, интересно, что из себя представляет черный фон? Вначале была мгла, тьма. А что такое черный цвет? Черный цвет – это не что иное, как бесконечно уплотненный белый цвет. Белый цвет уплотненный. Свет плюс свет – это тьма. Потому что даже физика это может доказать. Наложения волновые происходят. Значит, делаем для себя выводы интересные. Что ж такое черный цвет? Черный цвет – это непознанное сознание, откуда и был создан, выведен белый свет. Помните, да? Белый свет. Поэтому вот этот символ, символ, спущенный от Всевышнего, от воли его, это воля его, на черном фоне круг – это значит прочная воля его. И 7 кружочков по кругу. Это олицетворение прихода Всевышнего к нам на землю во плоти своей. 7 – это плоть. Плоть магическая. Плоть совершенная. Плоть божественная. А в 9, если было 9 символов, Всевышний находится не во плоти. Он находится на небесах, как говорится. В метафоре. Так вот, мы делаем для себя выводы. Получается, мы получили ночью 22 августа новый символ от Всевышнего. Это символ кармы. То есть он способен на очень удивительные преобразования. И я уже проверил его. Сегодня не так уж много дней прошло с того момента, как этот символ появился. Но уже удивительные вещи начались. Как я взял его первый раз, нарисовал этот символ у себя возле окна на доме, с наружной стороны дома.
И вы знаете, как я стал себя чувствовать по-другому. Ощущения какие-то удивительные, такие легкие, как в детстве. И радость появилась. А когда я посмотрел, люди стали появляться под окном. Ну, в частности, соседка там в огороде копалась. Она не очень хорошо ко мне относилась. Ну, черный человек, будем говорить так. Даже где-то ведьмочка. А у нее кот очень умный. Так он сел спиной напротив этого символа. Потом уже дождик идет, он весь дождик, он всегда убегал на дождик, я помню, прятался. А тут он весь дождик просидел спиной к этому символу, лечился. И вдруг я смотрю, он так преобразился, на следующий день он прямо к символу сел рядом возле дома и опять сидел. То есть символ работает. И я смотрю, и соседка какая-то стала измененная, она какая-то как переживабельная, что ли, стала. Сердце у нее стало как-то по-другому работать, то есть она стала задумываться, что ли. Ведь, поймите, этот символ, у него очень большие возможности, огромные. Я сегодня разговаривал по скайпу с одним человеком, злыднем, очень сильным злыднем. И он попытался до начала этой передачи мне подпортить настроение, внедрить какие-то свои нехорошести. Я это понял, почему он вдруг решил со мной пообщаться. А я взял ему, он же уже чувствовал или не чувствовал, но потом почувствовал. Я взял ему и попытался скинуть файлом этот символ. Этот символ. И что вы думаете? Моментально он там что-то писал, он тут же все стирает. Ну, приходит мне сообщение по скайпу, что этот разговор был стерт. Он все стирает и исчезает, и все прячется, и он перестает со мной общаться. Я трижды пытаюсь ему передать символ, и он так больше не ответит. Видите, как интересно. Бегут как от ладана, да нет, похлеще, чем она. Это воля Всевышнего. Это гибель черного всего. Это гибель их. Это все сознание, мироздание и планеты будет меняться от этого символа. Пентакль кармы. Я бы сказал, это своеобразная совесть. Так что вы можете скачать этот знак, не надо его самому изготавливать, ибо пользуйтесь тем знаком, который дал Всевышний. Неважно, где там под кривоватый или не кривоватый, он вот такой, как есть, пришел, пускай таким и будет. Не трогайте. Я не уверен, что будет что-то хорошее, если вы будете трогать и пытаться сами изготавливать какие-то символы. Значит, это своеобразная совесть. А что значит совесть? То есть вот вы можете смотреть на символ и, допустим, ну просто вот ощущать себя, как вы себя чувствуете, что у вас там может быть неприятное какое-то, дискомфортное, да, какие-то чувства в адрес кого-то нехорошие, какие-то мысли, может быть, поганые, да. А вы попробуйте расслабьтесь и почувствуйте, как символ все это очищает. Пускай вот эта вся энергия, она же лишняя, она же не ваша, она плохая, да? Для вас плохая. Но она взята у кого-то для этих людей, у кого вы взяли ее. Она очень необходимая, а для вас она черная. И вот при помощи этого знака перед лицом его, перед лицом Бога Всевышнего, перед лицом этого знака, расслабьтесь, отдайте эту энергию, и она как перед иконой, да, начнет из вас улетучиваться к тем людям, у которых вы брали все это, в те ситуации идет, и вам станет легко. Увидите, это своеобразное очищение перед знаком. Где еще можно использовать этот символ? Я сразу говорю вам, главное его свойство – это наказание Господне. Его присутствие, просто третье лицо. Вот вы разговариваете с кем-то, а символ у вас на столе, там, в качестве флага, может быть, или здесь в качестве значка, да, есть. Кстати, вот Велини, мой соученик, он будет договариваться со своими родственниками и будет выпускать значки как для холодильников, так и нагрудные вот с этим символом. Так вот, этот символ, понимаете, если он присутствовать как третье лицо при разговоре вот вашем с кем-то, да, то он уже будет отслеживать, независимо от того, как вы относитесь к этому символу, отслеживать кармические взаимосвязи ваши и вообще карму и вашего собеседника, и вашу карму. То есть, если вы где-то будете кривить душой, символ начнет вас или очищать,
Или же, если вы будете сопротивляться, наказывать. То есть будут тогда строиться наказания. Вам волей-неволей захочется быть чистым, радостным, просторным, открытым и без всяких закадров, без всяких дурных помыслов. Понимаете? Не прятаться, а во весь рост общаться. Вот этот вот символ, то есть можно как третье лицо в присутствии его что-то делать, очень хорошо помогает. Ну и в этом, и в офисе, и где угодно, в его присутствии ваши партнеры будут либо наказаны, если они не правы, либо очистятся и заговорят совсем по-другому с вами. Либо просто убегут, потому что уже значит, обречены и получат возвратные удары энергетические, судьбоносные. То есть Всевышний уберет этих людей, да? Уберет на материал. А дальше, если посмотреть, то получается, это как бы вот этот символ, своеобразное зеркало. Он отзеркаливает все негативное. То есть, если вот самому вдруг очиститься перед этим символом и просто вот лечь спать, а символ там в окна наклеить, да, чтобы вот на улицу смотрели, сколько там у вас, 2, 3, 5 окон, да, наклеить эти символы, чтобы с улицы было их видно, небольшие, да, чтобы уж не сильно гордыня была и не закрывали видимость из окна. Так вот, увидите, что мало того, что улица и все остальное вокруг будет чиститься, но и вам будет и спаться легко, и если у вас вот здесь вот на душе нормально, то там кто будет идти, думать или что-то как-то к вам тянуться, да, какими-то протуберанцами черного, нехорошего, будут наказаны все. Все будут наказываться мгновенно. А потом очень хорошо этот символ, если его даже вот просто поставить, чтобы он видел, как вы спите, да, куда-то поставить на полочку, то он снимает напряжение и спится, как ребенку. Отлично. Убираются все бессонницы, все отлично. То есть я говорю о вещах, которые уже вот за это время я успел проверить, да. Дальше. Значит, получается, в качестве иконы этот символ, да, он выравнивает, может, отношения. Ну, о таком-то думаете сейчас, проявляете корысть. Вы сразу это почувствуете. Вам будет тяжело и неприятно. Расслабляйтесь, пускай улетучивается, и вам опять станет хорошо. И у вас наладятся отношения. Понимаете? То есть это очищение своеобразное. А, естественно, что, как вы уже догадались, можно на доме рисовать этот символ просто белой краской. А, вообще на любом предмете можно нарисовать его. Потому что любой предмет создан из белого света, а белый свет из черного. Поэтому, в общем-то, любой предмет на Земле, который материализован, практически можно считать это в основе своей черный цвет. Цвет, понимаете? Поэтому можно рисовать где угодно, но белой краской. Там, белыми чернилами или еще чем-то. Даже вот на доме, где угодно. Да. Большая, очень серьезная защита. Это, естественно, если вы чисты. А, вот теперь давайте подумайте. Если этих знаков очень много, допустим, вот у каждого в доме есть этот знак на всей земле. Давайте повоображаем такое. А тогда что? Сила знака станет сильнее? Я вам скажу, сила знака и так выше уже некуда. Это Всевышний. А она большая всегда, даже в одном крохотном знаке. Даже в вашей памяти этот знак, он уже работает, понимаете? Так вот, сила знака от этого не зависит. Но это будет своеобразное тогда... структура, сеть, которая моментально будет принимать любые импульсы от любого источника, от любого предмета, стоящего в этой сети. Вот, допустим, миллионы, миллиарды там, людей, да, в этой сети, то есть имеют эти знаки. И так, в этом случае тогда вот какой-то любой один человек о чем-то будет помышлять, что-то предпринимать, там, ну и так далее, да, ну, имеется в виду хорошее, да, то моментально, независимо от того, думает он об этом или нет, будет это все распространяться по всей планете. То есть его вот это доброе, оно будет мгновенно услышано через эти знаки, через их состыковочки, через их дружбу между друг другом, эхом разноситься по всей планете. Но если он будет негативное думать, то чем больше этих знаков, тем больше, быстрее, значит, естественно, услышит его негативное все люди, а значит, отразят и накажут его. И ему станет страшно, может быть, чтобы вот не
довести до наказания, он захочет быстрее избавиться от этого негатива и начнет перед символом очищаться. То есть это будет самоочищение, стимуляция, мотивация для очищения. Через него может воздействовать только Бог. И когда вы вдруг подумаете, что вы сейчас знак направите на кого-то, чтобы там кого-то наказать, нет, вы не сможете этого. Это вас тогда накажет. Что это за гордыня будет? Нет, этот знак спущен только от Всевышнего. Через него смотрит только Всевышний. И поэтому вы можете пользоваться им не как волей Всевышнего, а как перед волей Всевышнего. То есть, либо быть чистому, либо быть грязному и наказанному. Вот главная, основная сила этого знака, понимаете? То есть, можно очищать свою карму, свои предназначения на этой земле. А еще могу посоветовать, можно очищать свои планы, желания какие-то. Вот у вас появляются, допустим, какие-то... виды на то, чтобы, ну, скажем, приобрести какую-то покупку сделать, да, приобрести какой-то предмет. Может быть, достаточно крупный. Ну, хоть и мелкий, какая разница. Так вот, перед тем, как это достигать и материализовывать, приобретать, ну, просто помедитируйте чуть-чуть перед знаком, размышляя об этом предмете, и вы увидите, что у вас, может быть, какие-то там негативные, корыстные нотки есть для этого приобретения. Очиститесь перед знаком, и вдруг, может быть, даже поймете, что то, что вы сейчас только вот минуту назад думали приобретать, на самом деле не нужно приобретать вообще. Или приобретать не в таком количестве, или не в таком качестве, или не сейчас. Понимаете? То есть очищение, человек начинает становиться чистым. То есть этот знак помогает очищать сознание. Оно становится независимым от его переживаний, и он мыслит свободно. И понимает все, его не затмевают вот эти страсти от дьявола даденные. Понимаете, душа дадена нам от дьявола, перекрывает нашу волю, и сознание вот перекрывает душа посредине, да? И вот любые приобретения там, любые дела, какие вы задумали, сделки там, может, в своей фирме еще где-то, да, общение, прием на работу, как хотите, рождение ребенка, что угодно. То есть проверьте себя на чистоту, и вы увидите, что он дает, этот символ, для чего он вообще даден. Почему он снизошел 22 августа этого года, 2014 года? Потому что он олицетворяет приход Всевышнего на землю. Этот символ, воля его, она объединит всю землю молниеносно. И остановить это объединение будет нереально уже. Это не роман вам. Остановить символ нереально. Потому что перед символом мгновенно, если кто-то только попытается плохо думать или еще что-то делать, будут наказания от Всевышнего. Молниеносные. Даже если это будет целое государство, и государство под воду идет, как говорится. Ничего не остановит этот символ. Поэтому... как только этот символ критическую массу создаст на планете, я продолжу писать свои романы. Чтобы Всевышний пришел, как и обещал, к нам. То есть перед знаком, получается, перед этим символом, перед этим пентаклем судьбы, кармы, если человек начинает творить невежество, он, считайте, как перед зеркалом, моментально все вбирает в себя, удестеряет тяжесть своих грехов и получает возвратные удары. Нужно вам это или нет, думайте сами, да? Вот, я считаю, что, конечно, этого не стоит терпеть в себе, невежество своего, и лучше всегда избавиться вовремя. Почувствовали что-то не так перед символом, да, очистились. Вот. Раболепствовать перед символом не надо. Вот, просить его о чем-то, не надо ни о чем просить. Вы только очищаетесь. И все остальное вам будет дадено, потому что у вас есть свободная воля, и вам мешает что-то достичь или приобрести только ваше невежество, только ваша грязь. Очиститесь перед символом, и вы то, что задумали приобрести или достичь что-то, достигнете. Потому что все заторы у вас только в голове от грязи вашей. Этот символ и даден вам, чтобы вы на земле сдружились все и поняли друг друга, чтобы мы стали любить друг друга,
все люди на земле, и не только людей, но и животных, и природы, и все мироздание совершенно. И тогда наша цивилизация может стать настолько высокодуховной и божественной, что мы можем просто думать, и звезды будут спускаться к земле и подниматься, метеориты будут мимо пролетать, земля может увеличиваться или уменьшаться в размерах, мы будем делать все, что угодно, ибо все это сознание, сознание созерцателя, нашего Бога, Всевышнего. Можно сказать, что это пентакль судьбы, это подключение к высшей духовности, это прикосновение к его возможностям, перед лицом его. Этот знак поможет отвечать на вопросы, высвечивать незамечаемое ранее. Я уже пробовал, я ставил этот знак, просто подвешивал в компьютере, в уголке монитора, и общался с человеком по видео. Совершенно другой диалог, совсем другие возможности между нами открывались, и мы становились какими-то другими. Вы знаете, удивительно, как меняет людей этот знак. Материализации мыслей и ваших желаний. Российский первоисточник, автор множества книг, высшие магии мысли. Вы можете научиться. Выходы в астрал, параллельные миры, энергологика бизнеса, телепатия, формула любви, дыхание сознания, магические операции. Школа вечеров, Всеслава Соло. Контактный телефон 8 903 622 40 18.